Сказка ложь – давний намек, добрым молодцам урок. Это простая истина заложена в методиках преподавания различных предметов, касающихся воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. На простых примерах из сказок педагоги и родители объясняют малышам, что добро всегда побеждает зло, что такое хорошо, а что такое плохо, как важно человеку быть честным и порядочным, добрым и заботливым по отношению к окружающим. Об этом помнят и в театральной студии «Золотой ключик», действующей при Дворце культуры «Металлург». В эти теплые сентябрьские дни артисты студии приготовили для воспитанников дошкольных образовательных организаций Управление социальных объектов АГМК необычный подарок – спектакль кукольного театра «Дом Зайца». Сказочное представление было показано во всех ДОУ. Вот так с интересом наблюдали за приключениями «Зайчика» девочки и мальчики из дошкольной образовательной организации номер 21. По глазам этих малышей заметно, как они сопереживали бедам зайчишки, как негодовали проделкам хитрой лисы, как радовались, когда справедливость восторжествовала. Вот так, в интерактивной форме, юные граждане нашей страны, сами того не подозревая, получают возможность развивать мышление, память, речь, различные коммуникативные навыки, которые впоследствии скажутся на успешном обучении в школе. Отметим, что подобные театрализованные представления помогают нашим ребятишкам делать и первые шаги в увлекательный мир искусства. А это, в свою очередь, даст импульс в развитии творческого начала маленьких личностей, раскрытии их талантов.